Все будет клево. Друзья, аплодисменты еще. Первый батл за проход в десятку. Поехали! Итак, Артур будет принимать решение не голосом, а руками. Как это принято у танцоров. На счет три Артур будет определять победителя того, кто проходит следующий тур. Я думаю, все это просто, и мы начнем прямо сейчас. Раз, два, три. Я готов! Аплодисменты! Отлично! Поздравляю! Пятерочку, пятерочку! Хорошо!